Всем привет, дорогие мои друзья, с вами, как всегда, я Зератул, и с вами, боже, 15-я серия прохождения игры под названием Two Point Hospital. Насколько же это оказалась огромная игра? Я думал, тут буквально пару миссий, а все остальное, это как бы то, что мы особо смотреть не будем, но мы никак даже толком, по-моему... А, нет, мы ядерный яр покинули, все, я начинаю вспоминать. У нас получается сейчас... Примерно три больнички вроде, да? Вот это четыре, да? И вот это. И, наверное, на этом... А, еще пятая есть. Боже. Боже, как много всего. Ладно, отправляемся в Смоугли. Академическая клиника со специализацией в хирургии. Погоди. А-а-а! Все, я вспомнил, ребятки. Все забыл, твой стример. Вот прям вообще, прикинь. Прям таки забыл, реально. Мы же уже точно, мы из ядерного яра вылезли, мы попали в Смоугли, и что-то внезапно тут у нас, что-то кого-то, короче, нехватка персонала, в минус ушли. Ну, в общем, все по классике. Все по классике, все по классике. Так, надо быстрее тогда добивать этот Смоугли, ибо у нас там еще куча каких-то непонятных локаций, которые надо пройти и наконец-то уже закончить с этой игрой. Это нас столько новых тайтлов ждет, ребятки. Вы бы знали, ребятки. Вы бы знали только, сколько тайтлов нас ждет. А мы на ускоренном или на обычном? Не, вроде на ускоренном. Что-то мы не окупаемся, да? Че по прибыли? Не, ну прибыль какая-то есть в плюс, значит, мы должны все расходы покрыть, и дальше нам будет нормально. А, да, мы мегапалату тут построили. Точно. Построили мегапалату. Сейчас надо будет эту палату немножечко. Вот прям самую малость переделать. Самую малость нам нужно будет это дело переделать. Так, хорошие отношения с Бангл очень важны. Короче, не понравилась моя больничка кому-то там, кто нас посещал. Ну вот приплыли. Приплыли, не понравилось. Ну и что мне теперь с этим фактом делать? Что по займам? Займ уже один есть. И это очень, черт подери, печально. Лечим мы пока что не столько много. Где у меня весь народ, я не понимаю. Ну-ка быстренько. Оп! Ну-ка пошли работать все дружно. Давай. Побежали. Работку находим. Не понял. Я один не понимаю, что происходит. Так. Что мы приплыли, ребятки. Ты. Вот объясни, почему ты вообще здесь? Так, давай с обязанностями разбираться. Вот ты. Первый. Переломный. Или в палате. Почему ты, блин, отдыхаешь? Заканчивай давай свой перерыв. Ты. Почему ты в палате, когда ты должен быть в кабинете диагностики? Чё, черт подери, такое происходит? Так. Ты где? Ты в палате. И ты в палате. А ты где? Ты на обеде. Ищи работу. А теперь объясните. Сколько у меня в этой палате народу? Аж целых трое. Угу. Аж целых трое. Угу. Так, ну сейчас должно быть получше. Только с деньгами, что у нас совсем печально. Выписать. Нет, у меня переломный, поэтому... Поэтому сорян, мужик. Придется тебе немножечко... А, это и не мужик вовсе. Ну и все тогда. Мусорничек не хватает им, приплыли. Вон же у вас две мусорнички. Здрасте, приехали. Что-то мне не нравится. Мы опять начинаем в минус уходить. Может быть, рестартнуть сразу? Хм-хм-хм-хм-хм-хм.
Или попробовать взять дизайн. Обучить не менее 10 сотрудников, вылечить не менее 15 пациентов в кабинете хирургии. А вот где пациенты-то в хирургии? Вот мне написано, смотри. Вылечить не менее 15 пациентов в кабинете хирургии. Специально ради этого два кабинета хирургии построил. Ни одного, черт подери, пациента в хирургии не нужно. Приплыли. Но я не окуплюсь так, чё? Нужно исследовать... О, господи, нужно исследовать кабинет черепахо-мозговой терапии. То есть мне еще нужен центр исследований. Что-то, ребятки, у нас все очень печально. Давай так, ждем еще немного. Если все будет так же в долгах, то мы просто кардинально переделаем все. Я понял, что для этой локации нужна большая палата. Нужна одна хирургия, потому что хирургия не загружена. Нужен кабинет исследований. Нужна переломная. Вот так. Не окупаемся. Катастрофически. Давай так, мы ждем один месяц, и если никого не попадает в хирургию, потому что в хирургии лечение дорогое, и мы можем отбить долги. Если никого не попадает в хирургию, мы рестартаем этот уровень заново, потому что мы опять здесь что-то не так сделали. Что-то не так сделали, я вам. Но он психолог, работает, лечит. Ага, и пошел отдыхать, приплыли. Тут вроде очереди есть, а пациентов нет. Короче, ладно. Короче, я понял. Начать уровень заново. В общем, здесь, ребятки, что-то я где-то запорол. Что-то где-то запорол, и нам, чтобы не тратить заново время, давай мы просто стартанем все совершенно по-новому. Ставим на паузу. Погоди, это точно оно? А, ну... А, вот, я понял, не с того ракурса смотрю просто. Так. Поехали. Значит, нам нужно, однозначно, большую, черт подери, палату. Вот прям большую, понимаешь? Вот прям реально большую, чувак. Вот прям рили большую палату. Вот прям, насколько можно ее сделать большой, настолько и нужно. Но это небольшая палата, я бы сказал. Так, медицинских поста надо два. Я так понимаю, или даже три. Ширмы нужно две. Между ними можно впихнуть батарею, кстати говоря. И мусорничку, а то они там ноют, что мусорнички нет. Дальше. Койка. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Ноги шире. Так. Допустим, вот так. Допустим, вот так.
допустим, вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И мусорничку, а то они вечно ее не находят. Ну, вот такая палата, думаю, будет нормально. Нормально. 22 тысячи. Есть палата. Дальше. В общей практике очень много кабинетов нужно. Прям очень много. Прям мега много. Слышишь меня? Мега много кабинетов в общей практике. Стандартных кабинетов общей практики. Ладно. Так. 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 Дальше. Нам нужно купить какой-то участочек. Какой-то... участочек. А что если мы вот здесь сделаем кучу кабинетов? Так, кабинеты общей практики переедут из этой части больнички. Дальше. Однозначно нужна хоть одна общая диагностика. Вот. Дальше. Туалет нужен, психиатрия нужна, и вот это вот все. Значит, давай, 3 на 3. Пока что делаем просто кабинеты, которые потом рано или поздно куда-нибудь передвинем. Дальше. Комната отдыха, туалеты, научные исследования и хирургия. Так вот хирургия. Вот так вот это. Так, класс Б. Класс А. Поехали. Научные исследования нужны. Однозначно нужны. Делаем дешевый вариант, так сказать. Я, кстати, забыл батарею впихнуть к хирургам. Негоже хирургов обижать. Это вот так. Да ну и все. Дальше. Комнаты отдыха нет, туалета нет, переломной нет. Раз, два, три. Дальше разберемся. Туалета нет? Вот вообще нет. Что стрёмно. А почему нет? А почему и нет? Давай сделаем здесь туалет. Раз, два, три. Не убирается и не убирается. Четыре. Так.
Оп. Оп. Ну и все, вот туалет появился. Так. Нет регистратуры. И нет еще какого-то кабинета. Какого-то важного кабинета. Переломной нет. К нам постоянно пациенты с переломной приходят. А у нас переломной нет. Ладно. Делаем вот такую регистратурку, я думаю. Вот такую регистратурку, батарею в эту регистратурку. Кофе им в эту регистратурку и растения. И мусорное ведро. Вот так вот. Прелестно. Выглядит все это прелестно. Дальше. Ты врач общей практики. Ты тоже общей практики. Ты чисто психолог. Ты у нас в палате работаешь. Ты тоже будет двое в палате. Ты в общей диагностике будешь. Теперь. Санитара нет. Администратора нет. Можно нажать обычную скорость. Сотрудники, врачи, обязанности, ты. Нет, вот ты. Вот так, ты. Вот так, ты. Общая практика. Отлично. Младшие работники, ты. Вот так. Ты, получается, у нас вот так. Ты вот так. А в этом огромном кабинете мы делаем вторую медсестру. Так, здесь вот-вот откроется кабинет. Вот-вот откроется кабинет, и мы однозначно его займем. Однозначно. А пока... Да, вот уже можно его занять. А пока... Делаем вот так, делаем вот так, делаем вот так. Делаем вот так. Делаем вот так. Здесь. У нас много чего открылось. Это прелестно. Много чего открылось. Тогда. Ставим на паузу. Ставим на паузу. И давай-ка поразбираемся вот с чем. Мне нужно переломную, значит. Я придумал. Мы передвинем сюда палату, сделаем здесь переломную. И психиатрию, а все остальное будет в той в том корпусе. Поняли? Эм.
Надо нам как-то это дело переделать. Сейчас подождите. Да подожди. Так. Тише, товарищи пациенты. Не нервничаем. Сейчас, короче, нужно кардинальную перестройку, ребятки, тут сделать. Потому что мне нужно кое-что убрать. Кое-что убрать, кое-что добавить, и вот это вот все. Дальше. Значит, дальше ты вот так. Ты вот так. Дверь в палату получается вот здесь. Это вот так, это вот так, это вот так. Уже неплохо, уже что-то. Тут вот делаем батарейку. Вот тут вот очень хочется куда-нибудь кофемашинку, например, вот сюда. Также очень стоит сделать всякие вот эти питьевые штуки. Раз, два. Мусорнички где? Я, кстати, забыл тебе сказать, что мне стали доступны какие-то еще новые штуки. Я опять скачал какое-то халявное DLC. Мусорнички не ставятся. Ну и что-нибудь им я не знаю тут поставить. Цветочек надо поставить. Вот так. Вот так мы переделаем палату. Сюда нужно еще переломанную. И психиатрию. Вот как сюда психиатрию впихнуть? Вот это большой, конечно, вопрос. Прям вопрос так вопрос. Ну, наверное, вот сюда как-то мы сейчас ее будем двигать. Где она тут у меня? Да. Вот тут она вписывается. Переломная где? А переломная будет вот здесь у нас, ребятушки. Почему именно такое надо расположение? Понимаю. Что это было? Во. Вот так. И вот здесь бы вот дверь бы куда-нибудь бы. Ай-яй-яй, дверь не вписывается. Будет, значит, вот здесь переломанная дверь у нас. Раз. Будет подальше дверь. Что у меня даже лампочка не выдерживает уже даже эту игру, ребятки. Так, ага, и хрен там плавал, она не вписывается в такую. Как это печально. А куда мне тогда впихнуть переломную? Да что такое с тобой, лампочка? Ребят, ну это какое-то я не знаю. Ужас. В итоге-то что мне делать-то? В итоге мне надо play нажать.
Минус 40 тысяч. Интересно. Что по найму? Так, вот кто-то появился. Санитаров интересных нет. Да и врачи не то чтобы опытные. Хотя можно вот даже и не предлагать мне. Вот. Такого санитара я хочу. Врач слабоватенький. Медработники тоже. Что-то мы уходим в сильный минус пока что, я бы сказал. Не нравится мне это, конечно. Очень не нравится. Еще мне не нравится, что у меня не везде есть батареи. Это в общем и целом нехорошо. Еще мне не нравится, как Маргарита у меня лампочка. Ну да ладно. Так, продолжаем. Пациентов пока мало, и мы из-за этого, что ли, не окупаемся. Да жесть, что за уровни пошли? Вообще что-то сложно. Так, нужно нанять врача. Вот, врач-хирург. Так, рожа. Кабинет палат. Врач-хирург идет в хирургию. Младший медработник идет сюда. Теперь давай поразбираемся на паузе, пока у нас еще есть деньги. Кто что делает? Вот ты. Что ты делаешь? Обязанности твои. Ты работаешь в переломной палате. Ты работаешь в переломной палате. Ты работаешь в хирургии. Договорились? Отлично. Ты работай в хирургии, пожалуйста. И только в ней. Все, разобрались. Разобрались. Вот сюда вот можно добавить кабинетик. Отчаяние. Так, найм, врачи пока не нравятся. Пока мне не нравится, что там за врачи. О, нифига, он какой симпатичный, кстати говоря. Хочу по гардеробу. Хочу синюю. Для... А, кстати, смотри, что я могу некоторых врачей или вообще всех переодеть в героев Соника, прикиньте. Это я какую-то DLC-шку закачал. Понимаешь? DLC-шку закачал. Вот, например, вот этого сотрудника я бы переодел бы в кого-нибудь. Вот в Соника. Почему? Да потому что просто у него много перков. Хочу, чтобы он был Соником. Так. Я надеюсь, что мы рано или поздно окупимся. Тут вроде бы я не делал каких-то сильных ошибок, просто построил все кабинеты и пока что недостаточно пациентиков для этого дела. Сейчас постепенно будет больше пациентов. Ну, а вместе с тем и, соответственно, больше денежек. Вот. Вон, видишь, по 5000 они стали приносить. Кому-то не помогли, да как так-то? Так, повышение сотрудников. Давай-ка мы не сейчас повысим. Знаешь, зачем? Затем, чтобы, когда у меня будет квест на повышение, повысить и, типа, все было, чтобы прекрасно. Так, вот есть исследователь у нас, это прекрасно. У нас есть исследователь. Ого. Вот это я понимаю уровень терапии. И пока есть деньги...
Нам нужно начать исследовать черепаха... Чего? Мозговой терапии. А, вот, да-да-да, именно ее. Именно ее нам и нужно исследовать. Пусть он ее исследует. Так. Это первое. Второе. Мне нужно... Знаешь чего? Мне нужно, чтобы вот этот хирург был примечательный, чтобы я его мог узнать, как говорится, из тысячи. Поэтому хирург у меня будет в скине Тайлоза. А че он не это самое... не переодевается? А ему пофигу. На то, что я его так переодел. Приплыли. Вот так, здравствуйте. Так, не сейчас. Полысить палату до 4 уровня. Попробуем. Денег только надо отбить. А чё у меня все такое медленно? Давай на ускоренный режим перейдем. Врачей не хватает, явно. А их особо-то и нет. Да и младших медработников побольше бы. Вот какой-то хороший медработник младший. С двумя уровнями терапии. А вот тут вот... О! Врач попался хороший, давай. Может быть, займ? Не хочется начинать опять уровень с займа, но хороший врач. Блин, а я не успеваю теперь. Ну как так-то? Ну окупайся давай, больничка. Мне нужно уже этот уровень как-то пройти. Опять у меня серия подходит к концу, а у меня еще ничего не это самое. Не закончилось. Блин, я сейчас понял одну вещь. Можно не строить в каждой больничке центр исследования. Можно исследовать на других уровнях. Они же у меня остаются открытыми. Блин. Ну это косячок, конечно, это косячок. Но на будущее мы будем знать. Но у нас палата окупает. Палата реально топчик у нас. Прям вот 10 из 10, я тебе отвечаю. Да. Вообще не нравится мне наш нынешний текущий распорядок дел. Даша предшественница, чё? Ну чё, сидим и надеемся, молимся, чтобы у нас тут окупилась больничка, потому что, ну а как тут, чё? Всё, только сиди и надейся. Если окупится, то всё окей, продолжаем играть. Нет, ну блин, не хочется рестарты два раза подряд, ну а что делать? Но нас палата окупает, это точно. Точно окупает палата. Визит репортера, хорошо. Так, нас окупила палата. Нам нужны врачи. Врачей не хватает. Лампочка не гаснет. Что с ней происходит? Непонятно. Минус 17. Но мы хотя бы окупаться стали из-за палаты. Палата была топовым решением явно. Ну, я надеюсь, что рано или поздно ко мне... Ну, будут попадаться пациенты для хирургии, а то это не смешно что-то. Многие хотят есть. Мне нужно вот здесь ряд торговых автоматов поставить, а то что-то как-то не очень, я бы сказал. Это что-то прямо-таки не очень. Я не успел поставить на паузу, ладно. Я думал, сейчас капнет немножечко денег, и я смогу поставить что-нибудь, но нет. Но нет.
Минус 27. Минус 27. Хороший врач, надо нанимать. Очень хорошая медсестра. Какие-то фиговенькие. Вот, очень хороший санитар. Короче, я понял, ребятки, ставим мы на паузу. Ставим мы на паузу. И таки придется взять небольшой займик. Небольшой. Вот такого санитара надо, который ловит призраков. Врача. Медработника. Дальше. Автоматы с напитками, с ненапитками и так далее. Идеально вписалось, собственно. Журнальные стойки, как всегда, должны быть здесь. Питьевые фонтанчики тоже надо сделать. Где питьевые фонтанчики? А вот. Вот так. Мусорнички надо ставить. Везде. То они говорят, что у меня мусорничек нет. И разобраться надо с сотрудниками. Значит, смотри. Вот ты у меня чисто хирург. Вот ты чисто исследователь. Да. Нет. Да. Да? Да. Ты. Кто ты? Что ты? Ты у нас явно общей практики врач. Ты врач общей практики, ты врач общей практики, ты хирург. Разобрались. Младшие медработники. Значит, смотри. Тут у меня нарисовывается парочку работников явно для палаты. Это вот этот господин, который у меня в Соника одет. И вот этот господин, которого мы тоже в Соника оденем. Теперь... С обязанностями. Ты работаешь тоже только в палате. В палате и в переломной. Ты сейчас работаешь в палате. Но я думаю, что должен ты работать везде. Дальше. У меня нет аптеки в больнице. Ух ты, ёшкин кот, я только сейчас это понял. Приплыли. У меня нет аптеки в больнице. Это первое. Второе. Вот у нас диагност нашелся. Ты у нас будешь, значит, на подхвате. Ну вот как-то так получается, что ли. Так вот. И с кабинетами-то я аптеку-то не сделал, ты прикинь, вот это я, конечно, лопух. Как я так? Самый-то простой-то кабинет, как я так забыл сделать? Аптеку-то и не поставил, елки-палки. Приплыли. Сейчас бы в больнице, да без аптеки. Вот так, чё. Процедурная нужна. А она дорогая, да? 15 тысяч процедурная стоит.
15 тысяч. Переломное выписать с процедурной. Подожди. Вы что тут сидите все? Ну-ка быстро побежали по работе. Сидят они тут, понимаешь ли. Хватит отдыхать, ёлки-палки. Так, процедурная. Стопы. Пока есть возможность. Где-где-где-где-где-где-где. Куда впихнуть процедурную? Надо. Куда-то. Давай сюда впихнем. Вот так. Я думаю, что с этой больнички, с этой вот, да, нужно убирать вообще все, кроме врачей общей практики, общей диагностики и процедурной. То есть, иначе говоря, хирургия у нас переезжает сюда, хоть она и большая. Плавно. Это тоже переезжает сюда. Мне, кстати, квест дали на палату, по-моему. Дальше. Чтобы я ее апнул до 5-го левела, я уж об этом забыл. До 4-го. Так, дальше. Процедурная. Переезжает. Ой, не знаю, куда она переезжает, но куда-то она, черт подери, переезжает. Вот сюда переезжает. Диагностика переезжает. Предметы, картины с собачкой. Давай, проверенный метод. Проверенный метод обустройства кабинетов до 4 уровня престижа. Идеально. Так, здесь отлично. Да. Лампочку я эту сейчас, наверное, в паузе вырублю, потому что это жесть. А, у нас тут и время-то подходит к концу, на самом-то деле. Да что с тобой? Что за... Что за чертовщина происходит здесь? Так, 8 репутаций, 10 тысяч. Ты стала моргать? Ну и отлично. Ну и хорошо. Время-то серии у нас подходит к концу, вот чё, как бы печально-то, понимаешь? Время-то серии подходит к концу, ну и ладно, сейчас мы тут досидим, я надеюсь, в плюс выйдем, и окей, комната отдыха до 5-го, да ты издеваешься, что ли? Так, тут вот даже сидеть особо негде. Ну а что поделать, негде и негде. Надо по сотрудникам-то подразобраться мне. Процедурную, мне нужен кто-то, у кого перк на процедурную, держу вас в курсе. Вот ты, дамочка, иди-ка работать-то вот в процедурную. Где она? А ты, дамочка, кто бы ты ни была, иди сделай перерыв. Все? Все. У нас тут все по феншую. Правильные медсестры занимаются правильной работой. Так. Диагносты есть. В палате есть. В палате есть. Процедурки есть. На подхвате есть. У хирурга есть. Лампочка снова у меня тухнет и гаснет. Поэтому я ее вырублю, чтобы она вас не раздражала. Так. 10 репутаций, 10 тысяч. Сажень в плече нужна переломная. Переломная ему нужна. И что я должен с тобой сделать, вот скажи. Ну, допустим, я влеплю куда-нибудь небольшую переломную. Но это не меняет того факта. Что это переломное будет так себе. Ну ладно. Так себе и так себе, видимо.
А, 22. Все, давай, за 19 строим. Так. За 19 мы поставили. Да. А кто в ней работать будет? Приплыли. А? Так, у меня в этом кабинете что происходит вообще? Два врача у меня здесь происходит, вернее, два младших медработника. Тогда. Тогда. Вот ты будешь работать в переломной. Ну а что тут сделаешь? И будет один у меня в переломной. Да? И в итоге делаем вот так. А что с пациентом, который переломную ждал? Он типа в переломную пошел или что с ним? Алло. Алло. Сейчас непонятно было. И где пациент, который переломную ждал? Все, в итоге пациент куда-то делся, да? Зашибись. Ладно. Минус 34 тысячи, это не настолько критично, сколько могло бы быть. Сейчас смотрим наше достижение, восходящую звезду. И после этого, ребятки, будем заканчивать серию. Требуется отделение черепахо-мозговой терапии. Нет такого отделения пока что у меня. К сожалению. И мы его, кстати, почти изучили. Это отделение. Это отделение почти мы изучили. Я вот думаю. А, вот он тут сидит. Что мне делать с вами? Нужно отделение черепахотерапии. Сколько оно стоит? А оно у меня не изучено еще. Не, ну тогда вас выписать надо пока что. Тогда вас надо пока что выписать. Завершено. А, 30 тысяч стоит построить, выписать. Нет у меня пока что такого кабинета. И я что хотел сказать-то? Коли у меня тут такое дело. Может быть, раз у меня вот тут как-то устраивается, то может быть мы вот так вот сделаем? Ну а чё лишнее-то пространство-то занимать? Вот так. И чувиха, которая работает у меня здесь, мы тебя переоденем. Переоденем тебя в Эмми. Всё. Зато теперь смотри, как удобно реально их распределять. Так, цветотерапии точно нет. Черепахо-мозговой терапии тоже пока нет. Ну всё, вот. Насколько у нас все печально по прибыли? Ну, минус 500 долларов. Это не критично. Палаты окупают нас и очень сильно. Переломная тоже нас сейчас будет окупать. И я надеюсь, что хоть когда-нибудь уже у меня будут пациенты в хирургии. Или черепаха-головости лечится в хирургии. Но тогда зачем нужно отделение черепаха-головости? Ничего я, короче, не понимаю, ребятки. Ничего я не понимаю. Жду еще минутку и закончу серию, наверное. Минус 54, это уже критично, я бы сказал. Кто-то умер в переломной. Я забыл поставить батарею в переломной. Твою налево.
Где мой санитар, который призраков ловит? Иди уже, поймай призрака-то. Минус 10. Но минус 50 сейчас будет, да? Да. Но мы уходим в минус, но по ощущениям, как будто бы это не критичный минус такой, лайтовенький. И еще по ощущениям нужно добавить батарею. Давай мы это и сделаем вот сюда. А это уже не смешно. Будут, правда, в коридоре теперь мерзнуть, но что поделать. Так, ногу свело. Да нет у меня, блин, отделения черепахоголовости. Нет, нет у меня этого отделения. Что вы мне пихаете здесь этих пациентов с черепахоголовостью? Что по времени? По времени надо заканчивать, ребятки. А еще по времени у меня очереди какие-то просто нереальных масштабов. Как так выходит? Непонятно. Нужен еще кабинет общей практики. Да знаю я, что мне нужна черепаха. Фу. Черепаха мне нужна, ребят. Черепахоголовость уже. Тут у меня уже у самого она сейчас будет. Вот я не понимаю, нафиг мне открыли хирургию, если ни одного пациента в хирургии не отправляют? Как так-то? Ну давай тогда хирурга, я не знаю, заставим работать еще и в общей практике. Ну а чё? Пусть подрабатывает, елки-палки. Чё еще тут скажешь? Не успеваем. Как Эмми оказалась тут? Что-то я не понял. А я понял, она на подработке тут. Ёшкин кот, так тебя тогда надо это в обычное переодеть. В обычное переодеть. А кто у меня тогда работает в переломной? Я что-то запарил уже. Ты что ли? Подожди. Ты работаешь в переломной. Но мы тебя все равно в Эми переоденем. Хоть ты и мужик. Минус 70 тысяч. Вот это уже не смешно, я тебе скажу. Это уже вообще не смешно. Светотерапия нужна. Слушай, а я вот что думаю, может нам кабинетик-то продать какой-нибудь? Черепахомозговой. Знаешь какой? Центр исследований нам больше не нужен, я думаю, можно его благородно продать. Центр исследований нам больше не нужен. Мы изучили все, что нам нужно было. И нам нужно теперь построить кабинет черепахомозговой терапии, иначе это жесть какая-то. А я ухожу в лютый минус, и это мне не нравится. Это мне очень не нравится, но я, к сожалению, вынужден закончить серию прямо здесь и прямо сейчас. Поэтому мы выходим в меню и все сохраняем. Все сохраняем. Собственно, ребятушки, плейлист с прохождением этой игры будет в описании под видео. Ставьте ваши лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, на группу ВК-сообщества Battle, найти сервер Discord, оформляйте спонсорскую подписку, чекайте мой инстаграм, удачи в играх и не только, и пока!